Я, наверное, здесь это все делал. Я просто хуёво помню, но, скорее всего, там. Да, точно. Итак, дамы и господа, перед тем, как мы продолжим, нам нужно ёбнуть пуговыжигателя. Поэтому мы пойдем и сделаем его, тем более, что он очень хорошо уязвим для стелса и умрет буквально моментально. Благо всего ничего, бежать. Я не знаю о его слабостях, простите. Давай узнаем. В сторонку. Блядь, червь наверху, похоже. Ладно. Мне лень. Удачной тебе охоты, червь. Возьмем тебя. Про пуга я уже в курсе, да? У него нет никого. Можно ему пригласить смерть? Нет, нельзя. Давай узнаем про других. У этого остался один телохранитель, и вот он, собственно. Это Грош. Он яд наносит ему урон, а я как раз ядом могу вспышку сделать ядовитую. Ништяк. И казни большой урон. Разберемся, чувак. Но для начала надо убить вождя. Тревога пошла. Нет, только не тревога. Моя единственная слабость. Не выпотру, чтобы схватить врага. Они думают, что это хорошая мысль. Минус трое огня. This ground should get the overlord's attention, and that will get the war chiefs. Понял. Так, минуточку. Здрасте. Го, постучимся. Наносите врагам урон, удерживайте. При полном заряде мощи держите правую кнопку и тычку, чтобы бросить булыжник. Хорошо. Сейчас я отхуярю. Не, стены ломать не надо. Так, собаку убери нахуй с нас. Да хватит ебашить эту стену, она тебе нужна, что ли? Во, собак мочи. Готово. Сайд-квест готов. А теперь побежали. Ебать, они сами от него отлетают. Ну-ка, кидай нахуй. Тук-тук, блядь. Я бросил. Меня открывают, не? Бросить булыжник в дверь бастиона. Похож на дверь бастиона. Тук-тук. Не? Это разве не дверь бастиона, не? Я что-то не так делаю. А, нужно удерживать кнопку, я так понимаю, чтобы бросить булыжник. Ну, сейчас удержим тогда. Мочи их всех. Так, стопы. С прыжка. Но! Нам еще ярости надо теперь тогда. Бля, тормозника этого чувака. Ребята, это пиздец, он лезет за вами. Вы сами решили прийти к пиздецу? Неосмотрительно. Ебашь его. Так, есть мощь. Побежали. Ебать, он летает. Жесть, как эта платформа вообще его удерживает? Так. Бросить булыжник. Видимо, что-то я делаю не так. Может, полный заряд мощи нужен прям до красной? Ну, пойдем попробуем. Бля, что-то тук-тук хуёвый какой-то квест. Мне не нравится. Погнать в зону задания. Да я, блядь, в общем-то и целом. Ладно, давайте сделаем это. На. На. Бля, что я делаю, сука, не так, а? Ну ладно, давай спешимся. Ладно, ребят, видимо, я ДЦПшник.
Может быть, я его так найду, дай бог. Или он у меня засаду устроит, может. Так, ты, воевода. Ты мне нужен, чувак. Я могу его завербовать себе? Да, вполне. Тут можно близко. Так, у них там терки. Между делом. Кстати, если я его захвачу, он будет 30 уровня. Кстати. Слишком много кстати. Но в общем и целом, мне бы очень хотелось захватить чувака, чтобы он был где-то 30 уровня, 31. Привет, рабы. Только надо захуярить тогда другого пацана, он еще получит при этом уровень. Бля, это плохо. Надо тогда захуярить его и завербовать. Кто ты, мальчик мой? Мы можем взять двоих. Ебать их там! Мы же, сука, каждого из них возьмем. Здорово! Он, кстати, ненавидит и гореть, по-моему. Так, колокхай. Мало того, что меня напали урочи-выродки, теперь еще человека принесло. Тут, кстати, столько... столько мяса. На. Он не уязвим к обстрелу, черт. Бля, успеть бы его захватить перед тем, как ему пизды дадут. Человеческая тройка. Парни, вам всем пизда. Они все мордовороты, блядь. Блокирование прыжка. Бля, дело плохо. Ну давай под стан тогда. Бля, олдхай. О, бля, мне нужна моя казнь. На. Так, и пока мы тут с тобой стоим, нас никто не трогает, и мы такие раз. И ты мне служишь уже? Неожиданно, правда? Он уже телохранитель, так что... значит, шпионом внедриться к вождю. Свободен. Так. Грук Мордоворот празднует победу, но нихуя не получает. Надеюсь, Грук Мордоворот еще останется здесь, потому что мы с ними не закончили. Сколько тут вас, ублюдки, блядь? Начнем, сука, с тебя. Что-то, блядь, слишком просто. Не настоящий, что ли? Двойников любишь? Вот ты уже похож более-менее нахуй на настоящего. Отступает. Не, никаких отступлений. Еба, не убивайте, дяденька! Никаких отступлений, блядь. У нихуя, как он прошел так. Тормози, блядь. Ты допрыгался, блядь, а не цепор. Но, сука. Все умерли или только он? Наверное, все. Так, дайте-ка глянуть. Что у нас тут еще такого? Ну, я так понимаю, все. Ладно. Далее. У нас остался один человек, чей телохранитель сейчас. Здесь. 37 уровня. То, что надо. 9 уровней разницы. Все равно, что нет разницы и совсем. Опля. Так, 700 футов. Мы почти пришли. Без тук-тука тогда делаем. Блин, ну огненные, конечно. Огненное пламя не очень весело. Два его приспешников, барабанщиков. Да легко! Бля, ну вообще я за музыку, я за талант любой.
Другую, говорит, мелодию надо исполнить. Сколько их? Три? Никто ничего не понял. Для высших бежд применить кругов. Что? Ладно, неважно. Привет, ребят. Зверские убийства. С ними тогда так и поступим. Они вроде как заметили, но вроде как это не очень и страшно. Нравится, ребят. Он не только погибает, он еще, блядь, и горит. Это круто. Тормози. Это второй. Можете поднимать тревогу, но имейте в виду, что второе зверское убийство придет за всеми вами. Прибыл. Ебать, как он едет, смотри. Как охуевший. Даже ничего не говорит. Уязвим для скрытности и слабый хозяин. Если убить его челика, он охренеет. Уязвим для инстанционных атак и казни большого урона наносит. Опа! Ну здрасте. И он сразу должен быть ошел. Бля, надо помогать. Помогать надо. Бля, телохранитель, держись нахуй, я уже рядышком, блядь. Сам ты мэн свайн. Угу. Приготовься к смерти, блядь. Нихуя. То есть, ребят, не убей меня там. Вот и помощь подоспела. Где мой телохранитель? Бля, его ж нельзя так просто бить. Слушай, это будет долгая ночка, кстати. Потому что он сейчас ко всем... О-хо-хо-хо, это плохо. Но, по крайней мере, он горит хорошо. Надо Олок Хая пока мочить. А если я сяду на него сверху? Я могу идти и разъебывать. Ебашь его. О, он ошеломлен, кстати. Бля, а ну-ка тише. Давай пока он ошеломлен, его поломаем, нахуй. Там кто-то еще, скорее всего, сейчас может прийти. Собачка очень кстати здесь. Да? Ну, он сломлен. Значит, его можно хватать теперь. Да, ему горячо, конечно. Подожжем его еще, чтобы жизнь малины не была. Бля, казни не хватило. И въебало ему. Ебать. Я случайно. Почему он взорвался? Получено уровней. Блок воевода убит, блок воевода получено уровней 1. Ну, ладно. А можно я кого-нибудь казню жестко? Спасибо большое. С этим закончили. И остался... Тебя оставляем, потому что тебя никак не убить. Остается один у нас наемный убийца тьмы, но мы можем взять себе этого юношу, и он нам поможет. Как далеко? 700, даже ТП-шцы не надо. Бля, убить врагов в эльфийской ярости 10 штук надо, а у меня она есть. Сделаем ее. Нужно дохуя орков. Орки, соберитесь, пожалуйста, кучей. Давай, за мной. 10 штук надо. Давайте за мной. Тревога, заебись. Тревога то, что нужно. Раз, два. Так, ты. За мной, блядь. Зажечь сигнал лягами. Все правильно говорит. Активнее, коллективнее, блядь. Ну-ка. Так, мудак. Так.
Вот сюда еще соберемся. Бля, я все еще мало, по-моему. Или 10. Да, 10 есть. Давай, погнали. Стираем их нахуй, блядь. А, одного не успел убить. Надо было казнь нажимать. Ладно, еще одна ярость, и кольцо качается. Но это уже совсем другая история. I've got him. Блин, хватается за все, что может. Ну вот мы и здесь. Соседняя крепостюшка. Ой-ой-ой, какой прыжок! Перескочил. Чувак даже ничего не понял. Как стоял, так и стоит. Он спит, стоя. Я вам говорю. Оно видно по его лицу. Ух ты, бля. Здравствуйте. Ох, ебать, это еще и мой пацан его хуярит. Неплохо. Угу. Он мне нравится, если что. Один. Ладно, познакомимся потом. Мухи и казни. Не того, блядь. Ладно, приветик. Придется тебя так пиздить. Ничего личного. Я, говорит, приношу войну. Как скажешь, чувак. Как скажешь. Без проблем. А ты в случае говорил, ну, боишься, по-моему. А, вот мухи, кстати, которых ты, ебать, как боишься. На. Они, конечно, далековато, но, по-моему, он уже и так ошеломлен. Бля, мой парень в ужасе. Испугался и убежал? Я надеялся на тебя, блядь. Испугался и убежал. Придется все делать самому, как обычно. Этот все равно ошеломлен тоже. У меня какой-то паук собирался прыгнуть. Трусишка, блядь. Ой, блядь. Ты меня глушишь или что? Эй, ты же свой. Парень пытается поднять тревогу. Да он уже не успеет ничего поднять. А, кстати, дружок-пирожок, ты знаешь, это бы выбрана, блядь, неправильная дверь. Ошеломлен. Блядь, да давай бей его, пока он не выкупает, в чем тут суть. Максимальная казнь нужна. А, не, нахуя казнь? Я могу его взять себе. Ты предашь вождя потом. Куда ж ты денешься? Молодец, мальчик мой. Теперь беги. Шпиона надо было назначить. Ладно, сейчас мы это сделаем. Сейчас мы это сделаем быстрее. Ебать, там прибежал Гроу. Где ты? Азган. Проникнуть только теперь можно. Ну давай проникни, блядь. Отдать приказ. Не, нахуй надо, я тогда сам разберусь. Не надо никаких приказов, чувак. Ебать, у них по телохранителю появилось по-новому. Ладно, я кончу тебя прямо с телохранителем, не парься. Без напряжения. Ебать, чуть не убило. Можно мне съебаться, пожалуйста? 700 футов. Мне кажется, можно добежать. О, да, еда. И еще еда сразу же. Отлично.
Там, кстати, молот лежит. Никому не нужный. С черепом. Так, один из них это тук-тук получается. Это вот этот вот. Он не работает. А второй здесь. По следу. Где-то в крепости. Давай найдем его. Он с телохранителем. We must gain more information before we engage him. Угу. Давай. Дополнительная задача — скрытые убийства. Не поднимает тревоги, блять. По-моему, только что меня увидели. По-моему, тревога будет поднята, к сожалению. Хотя кто же его знает? Бля. Вот этого одного надо брать. Он не один. О, бля. Так они спалили? Нет, где пали вообще? Что за спешка? Два скрытых убийства. Осмотреть стол с картой. Ну и три скрытых убийства. Какой стол с картой вы хотите, чтобы я смотрел? Его здесь нет. А, это... Так это черви. Какой стол с картой? О чем речь? О чем идет речь? А, бля, вот это ЦП. Пора брать перерыв, нахуй, что-то... Прибыл. О, у него здоровый телохранитель. Я освежу память. Мухи. Боишься. Причем, а, не токсичный огонь, извините. И уязвимый для скрытности. Боится каракеров. Бля, как тебе? Бля, тебе даже повезло, что есть телохранитель. Эх, хуй знает, спасет он тебя или нет, чувак. Вот сейчас, во-первых, ты уязвимый для скрытности. Это ужас. Во-вторых, вот те мухи, блядь. На! Пол лица просто. Не, это толк. Тебя хуй защитит. Огнестойкий. Где же ты, здоровен? Блять, на каком языке ты говоришь, нахуй? Дай ему пизды дадим. Ебать, ты там дышишь. Он морозостойкий, всякий стойкий. Бля, больно. На секундочку, действительно больно. Пока без шуток, давайте. Ух, ебать, ты же не собираешься убить меня? О, пока этот меня не видит. Быстрее! Не всосал. К большому моему сожалению. Бля, я горю, что ли? Чем мне так больно? Погода идеальная, я считаю. Погода, в которой видят все, кроме меня. Куда я прыгнул, нахуя? Я вообще просто шел, нажимал Shift и Ешку, я ничего не вижу. Но кого это должно волновать? А Олок что ли не прыгает? Не залазит? А, ты же уязвимый для скрытности. Кипать, жмышок.
в сторонку, вашему дружку пиздец. Он сломлен, ну какая хуй разница. Разъярен, его бесит, видимо, смертельные раны, но я ему сейчас ебало его снесу. Ну идите вы нахуй от меня. Точно бесит смертельные раны. Пока, ребят. А, снизу стоит телохранитель, думает, бля, что ж мне делать-то? Застрелить тебя, что ли, бля, въебало? Раз, два. Этот готов. Нейтрализовала боевого Грауга. Тормози. О, кстати, он в ужасе, его можно... Отъебись, я приду за тобой. Он меня предал, что ли? Ладно, не важно, этот чувак сбежал, судя по всему. Что делает мой чувак 28 уровня? Гриша, нихуя не эксперт, блядь. Ну ты просто хочешь умереть, я так понимаю. Ты ж так и скажи, бля, ребят, я заебался жить. Ненавижу типов щитами. Просто ненавижу. Стоят два мудака и тупо бросают. Один мудак и второй мудак. И еще сверху, судя по всему, кто-то. Пизда ему, походу. Не, нахуй надо, я тебя ненавижу, чувак. Ты умрешь в мучениях. Я уже избрал твою судьбу. О, неуязвим казни, неплохо. Значит, сгоришь, нахуй. Бам. Они еще и под баф-баннером были все это время. Так, на чем мы остановились? Да, захват крепости, точно. Армия. Остался лишь один молоденький пупу-сжигатель. Но я, к сожалению, не могу точно сказать, как его достать, потому что кноп-кноп не работает. Давай задание тогда. Задание осады. Ну и захват пошли сделаем. Сейчас понапокупаем апгрейдов там. И возьмем эту ебучую крепость. Без шума и пыли. Неизвестный правитель. Подожди, я не знаю, кто здесь правит. Я знаю, кто здесь правит. Или он сменился, блядь. Я не знаю, кто здесь правит. Нихуя себе. Слушай, ну червя сейчас искать вообще не очень хочется. Ну ладно, пойдем в крепости найдем. А, вот он. Наверху, наверное. Блять, в крепости быстрее. Там мой хлопчик бегает, развлекается, режет всех. Отсамонить бы его. Тормози! Кто у вас тут белый главарь, блядь? Хранитель 40 уровня, боится казни. Тю! Что за изнеможение? Когда его ярость спадает, боится Граугов. Но при этом высшие ловушки, отряд охотников, огромная сила какая-то у него. 40 уровня. А, разберемся. Не было еще рука, с которым было бы слишком сложно. Так, пора начинать. А, ну для этого нам нужно сначала раскидать же армию. Так, осадное улучшение. Кто ведет? Ты по-любому ведешь, да? Ты у меня стопудово кого-то поведешь. И кому же достанется честь?
Тебе достанется честь. У нас есть еще один командир отряда. Давайте возьмем вот этого рожденного войной. Так, подрывники, кавалерия и Алакхай. Бля, эти стены хуй разъебутся. Так что давай подрывников тебе. Щитоносцы, отряд охотников, отряд дикарей. Бля, щитоносцы звучит гордо. Тебе тогда... Да, одно надо выбирать. А что там появляется, исчезает? А, не, просто. Осадные звери. Ядовитые осадные звери, проклятые. Проклятые, блядь, осадные звери. Нет, огненные. Все должно заебись гореть. О, по-любому возьмем этого. Грауга, потому что он их сыт. Все, мы готовы. Пизда этой крепости. Остался только один чувак с огненными стенами, потому что из-за бага я не мог выполнить его задание. Но не думаю, что это нас остановит. О, вот мой легендарный чувак, которого я оскорбил пару раз. You know, a fort is only as strong as its master. And ratbag is a pathetic excuse for an urak. We won't fall as easily. Ты на него охуенно похож. So you come here, to this fort, to do war? Foolish Northmen! My boys have been waging war their entire lives! Your failure is assured! Ну давай посмотрим уже. Ну тут преимущество как бы на нашей стороне. Рванули. Закидываем их в стены. Интересно, как подрывники взрываются? Смотри, блядь, не на двери нахуй. Прощайте, парни. Ебать, они жестко зашли. Так, захватить ключевые точки. Не, ну тут как-то поэпичнее уже, чем первая крепость. О, 33 уровень, ложь. Бля, проеб... Ты пиздец конченый. Здорово, мистер Кэп. Это кто? О, Пук, я искал тебя. Разберемся, чувак. Кто к кому не подойдет и подойдет. Бесит, когда через него перепрыгивают. Бля, тогда не бей меня, пожалуйста. На, вот, замри. Неуязвим к обстрелу. Мои дела так. Хорош по своему хуйну. Он все еще разъярен? Интересно. Что-то я отвлекаюсь. Минуточку. Но я не могу сказать, что пока что мои пацаны хуево справляются. Я бы даже сказал, очень хорошо они справляются. Я тут ярости накалачиваю себе, блядь. Пизда ему просто. Ну, двумя яростями как-то, как, конечно, не очень все. Парень дует в рог. Прекрасно. Его бесит, когда через него перепрыгивают, кстати. Чувак, на тебе еще раз ебало. А, он неуязвим к обстрелу, точно. Блин, мне бы немножко заассистить тогда. Это меня, мой же Олокхай пизданул. У меня всего один вопрос. Ты!
Поздравляю, ты послужишь своему хозяину. Как там наша точка? Захват готов. На четверку, по-моему, там, да? На какую кнопку? На четверку. Привратницкая. Неуязвим к обстрелу. Так его ебет, почему он там уязвим? Приспособился, а теперь я не смогу его перепрыгнуть. Бля, его... мне бы помог кто-нибудь его раздавить, ребят? Конченый мракобес. А, иди-ка сюда. Иди сюда, блядь. Он уже побежал. Ты уверен? Да, он уверен. Это я, блядь, не уверен. Бля, его там прижали. Рядовые уруки. Тише. Еее, он витален к этой хуйне. Вот ему и пиздец. У него же с этим были... большие с этим проблемы были. Да все в порядке. Я, говорит, защищаю. О! Лучше защищать надо, блядь. Ты чё, ты видел, что произошло? А нахуй пиздите друг друга, ребят? Не-не-не-не-не. Казармы. Прогулка в парке, ребят. Прогулка в ебучем парке. Стоп. Вижу красный. Работаем на захват. Ебать, откуда вы беретесь? Своих морожу, похуй, день. У него больше вождей нет. Типа, я слишком хорошо подготовился. Бейте. Можно. Ебать, ты его шлепнул. Внутренний двор. Разлетаются все, даже мои. Осталась только Дельта. Моя Дельта. Как играть в солдатиков, знаешь? Очень схоже с игрой в солдатиков. И дальше просто. Еще. Чувствуйте себя свободно, парни, попробовать свои силы. Только дымовухи не кидайте больше. Почти захватили. Ну и пойдем драться с вождем тогда. Войдите в бастион и сразитесь с правителем. Блин, там наверное хилиться будет несколько. Ну а когда это место? Я обнаружу. А, я потом посмотрю на твои слабости, не парься. Ну, здорово. А тут есть что похилиться. Рядом с ним какие-то челики стоят. I'm surprised you made it this far. No matter. This ends now. Клакхорн. Боится казни. Резиплисную казни. Хорошо. Давай сделаем это, чувак. Я сейчас будет кидать свои копии. Я отряд копьеносцев. Ненавижу. Бля, больно. А у меня есть эльфийская ярость, блядь. Это так, на секундочку, нахуй. Бля, Карагара была, надо. Да! Это во-первых. Теперь во-вторых. У меня, кажется, там прокачалось что-то. Вот это кольцо.
он ошеломлен, он не понимает, что, блядь, происходит. Слушай, ну я не знаю, чем ему помочь, пока он ошеломлен. Ну, пришел в себя? Нет, не пришел. Показалось. Бля, ну ты и пидорас, конечно. Ты первый, ты второй, и ты третий. Так, тише. Поколбасься, станчики пока. Насладись. Боится казни. Это как бы для вождя вообще, наверное, кошмар, когда ты боишься казни. Прощай, нахуй. О, презирающий смерть. Давай. Давай-давай, презирающий смерть. Нет. Урук как урук, блять. Ничего такого. Там легендарный кинжал мне выпал. Зацените, кого несу, ребят. Тот, кто пиздел на штурме дохуя. Хопа, лови, ребят. While we feast in victory, they quake in fear, because they know that we are coming for them. Witness the rise of Mordor! Witness the rise of the Bright Lord! Ну, по-моему, мы уже ближе. Два левела, два навыка. Куча призов. Кстати, тот самый кинжал. Правители, я думаю, заслужит Тухорн. Да. Добро пожаловать. Легенда есть легенда, чувак. Поставил себе пацанов. Только, блядь, поставил чувака, который боится силы. Вы накопили достаточно золота для покупки сундука войны. Ух ты. Где он? Сундук войны. У меня 500. Дайте мне что-нибудь за 500. Разрушитель, ну-ка. Трёха класса разрушитель. Это орки. Я не хочу орков. Я хочу воевать. Сундуки с добычей. Три примерно снаряжения, у него один легендарный, два выше. Давай один такой лучше откроем. Давай один. Приобрести это. Да, я знаю. Нахуй мне эти орки, дайте мне, блядь, снаряжение. Еее, экспа? Что такое? В течение 2 часов получается 100% больше опыта. Я обязательно это схаваю потом. Я уже устал просто. Неплохая штука. Охуенная штука. Охуенная штука. Бля, пойдет сундучок. Ладно, ребят, пойду, наверное, курить потихоньку. Доброго всем ПП, с вами был Яшу. Спасибо, что посмотрели. Ух, устал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.